Здорово, ребят, на связи Шамшурин и Антон Бритва, и, соответственно, новость следующего характера. 27 мая стартует масштабный онлайн-тренинг, который называется «Цель и мотивация женщин». Этот тренинг не совсем обычный, не совсем того формата, который вы привыкли видеть, а он будет посвящен в целом развитию мужчины, мотивации, целям, самодисциплине и много чему еще, кроме женщин. Соответственно, там еще будет выступать Макс Красочкин, опять же, ваш покорный слуга, и Антон. Вот, хотел, чтобы ты послушал Антона. Антон, привет. Привет. Здорово. Привет, парни. О чем будешь рассказывать, Антон? Расскажи нашим зрителям. Ну, так уж совпало, что на этом мероприятии я буду вести специальный блок, посвященный дисциплине и силе воли. Поэтому, парни, готовьтесь, будет очень интересно. Но более того, мы уже приготовили небольшое задание для того, чтобы, так сказать, помочь тебе встать в правильную позицию и, скажем так, полностью принять контекст этого мероприятия. Как уже верно было замечено, целиком и полностью мероприятие не только о женщинах, но еще и в первую очередь о личностном росте, потому что качество наших взаимоотношений растет тогда, когда растет наше собственное качество или, проще говоря, растут наши нравственные, волевые и моральные качества. Поэтому мужчине я помогаю вам уже начинать вносить осознанность в собственную жизнь, ну и как-то потихонечку начинать заниматься своим, не помню это слово, личностным ростом. Для этого у меня для вас есть небольшое подготовительное задание. С момента просмотра этого видео я предлагаю вам начать вставать на 1 час раньше. Зачем, спросите вы? Ну, явно не для того, чтобы с утра сбегать за пивом, или не для того, чтобы с утра еще 1 час провести ВКонтакте или в каких-то еще социальных сетях. Освободившийся час времени я предлагаю тебе тратить на твой личностный рост, на интеллектуальное, физическое и духовное развитие. Чем ты будешь заниматься, не принципиально. Ты можешь медитировать, ты можешь заниматься спортом, ты можешь читать какую-то развивающую литературу, играть на фортепиано, ну или, к примеру, заниматься какими-то еще полезными вещами, которые однозначно в теме интеллектуального, духовного и физического развития продвигают тебя, пускай хотя бы не намного, но дальше по ступени развития. А как вам это сделать, Антон, перебьет? Наверняка многие попробуют, да, сделают 1-2 дня, потом забьют. Ну есть такое, сам понимаешь. Что сделать, чтобы сделать это регулярно? Парни, смотрите, люди делятся на две категории, в общем, на две большие категории. Первая категория людей – это которые учатся, не заплатив за это деньги. Вторая категория людей – это категория людей, которые учатся, заплатив, иногда много заплатив. На большинстве мероприятий люди начинают работать тогда, когда платят за это деньги. У вас есть уникальная возможность, пока не вложив еще ни копейки, начинать уже личностно и духовно как-то еще совершенствоваться. Не будьте, пожалуйста, из той категории людей, которым нужно в жизни какой-то катастрофический кризис приобрести для того, чтобы получить стимул и мотивацию к личностному росту. Вкладываться в себя, вкладываться в свое развитие – это нормально. Но если к вам пришла информация, эта информация пришла к вам в качестве бонуса сейчас от нас, можно сказать, практически бесплатно, используйте ее. Будьте из той категории людей, которые каждый полученный совет или каждую полученную рекомендацию внедряют себе на пользу. Для этого достаточно всего лишь на 1 или 2 часа раньше ложиться. Заводить будильник, ставить его время в другом углу собственной комнаты, можно даже программировать и сделать еще один будильник для того, чтобы не было шансов спастись и отлежаться в кровати. Соответственно, то, что вы будете ложиться раньше, гарантирует вам больше запас жизненной силы, больший уровень мотивации, больший уровень самоконтроля и много еще чего, по поводу чего мы опять же поговорим на тренинге, когда я буду вести блок касаемо личной силы, дисциплины, мотивации и много-много еще чего. Да, ребят, еще добавлю от себя. Антон — это человек, который гарантированно 100% умеет мотивировать людей. Я сам это убедился совсем недавно, пойдя для Экспат, о котором ты уже видел недавно видео. Видеоотзыв, поэтому это уникальный шанс воспользоваться этим для человека. И сначала попробовать добровольно, потому что для тех, кто впишется в тренинг, будут какие-то задания, которые будут обязательно к выполнению. Соответственно, если человек будет не выполнять, значит будут какие-то санкции. Что еще скажем? Все. Я могу сказать вам, мужчина, что здесь в рамках этого видео будет приходить еще много очень ценных советов. Поэтому не тратьте ваше время впустую, инвестируйте то, что вам дают, вкладывайте это в себя, и результат тогда в итоге превзойдет все ваши ожидания. Собственно, как-то так, ребят, еще раз напомню, 27 мая онлайн-тренинг «Цель и мотивация женщины». Я, Антон Бритва, проект «Спарта», и Макс Красочкин, будем рады тебя видеть, будем рады тебе помочь. Увидимся на тренинге. Пока.